Колеса здесь. А? Знаешь, какая это удобрение хорошее? Какое? Вот это! Пучки переплеет! Не надо, пап! Да и какашки здесь это меньше наступать. Она это...
оттуда спрятала. А я траву дергаю. Ой, блин. А это я долго буду. Тут вон воды пол ложки. Давай я буду пить воду. Да. Ладно, я пошла дальше траву дергать. Ой, вся мокрая. Ну и что поделаешь? Мне надо выкатить лодку на свет и сфотать ее. Так что приступаю, я еще чуть-чуть осталась. Доделаю. Нету? Нету. А? Нету. Какая? Лодку вот так ровно вывернуть, потому что мы ее не утащим туда. Ее просто ровно вывернуть, так вот повернуть ровно. Все. Я говорю, сейчас там пакостят и бросят. Ага. И все. Вот зачем сорвать? Такое было поле. Они уж что выровняли, он просто сорвал и все. Ну, я ему говорю, положите прямо на это. А что я делаю? А лечь не догадалась, Галя. Ну? Олег не догадался. Здесь вот. И так болото, они еще будут здесь. Так уже делали болото. Ну. У меня Ваня подстриг все ровненько. А здесь я еще срежу. Ой, блин. Ой. Будет плохо. Идиоты. Я говорю, жили мне там? А здесь тем более у нас это ручей текет. Вообще не надо трогать здесь ничего. Ну а что ты мне говоришь? Это им надо было. Ну? Если они не соображают башкой. Так хорошо все. Надо было просто, я говорю, надо с одной стороны вам положить не это, ну, кругляк. Был же раньше кругляк и это. И у вас ну, все нахрен здесь тротуар.
смысл? Люди, говорит, люди просят тротуар. Какие люди? Тут осталось-то, блин, три инвалида, блин. Мы, например, не просили тротуар. Кто тут не просит? Он нахрен. Делайте дорогу, блядь, сделайте дорогу человеческую. Мы не просили, а кто просил, не знаю. Пускай там возле себя и делают тротуар. Так вот, видишь, на пакость здесь. Я так старалась, засыпала ее, выносила камень, чтоб травка росла. Но? Дедушка, не дергай ты эту траву. Она все равно вырастет. Не, она сейчас хорошо дергается, она вот, получается, что это подороже, посмотри. Ничего себе, листы большие. Вон сколько здесь этих. Татарник это. Как его? Чертополох или татарник? Так он противный зерно. Что там? Да, блин, на бок положить хочу. Что, помочь? Видишь, о. На вот эту, ей больше набирать. Как тут водить-то, блин, осталось? Сейчас ходит по той кромочке. Ой, блин, сволочь. Мне собаку жалко, но у меня грязная сегодня теперь будет. Ну ты какая? Жуля, не хочу, что пузо грязное. Ну он заходит в этот... В Амур зайдет, попьет и помоет брюшко. Все, дальше не идет, не плавает. Люля, иди сюда. Иди. Смотрите, какая у мамы красивая герань. Обалдеть, красота какая. Я ее первый раз вижу. Герань. И листья у них такие какие-то не такие, как у вот этой. Красота, лепота. Родительский огород. Ни одной травинки. Ой, у меня сейчас скоро камера сядет. То есть не камера сядет, а телефон сдохнет. Ну. Телефон сдохнет. О, что натворили? Что натворили? Перекопали. Вот зачем? Зачем? Тротуар собираются строить. А сейчас дожди. Это, вот, это вот, вот эта земля вся смоется. Смоется земля. Здесь и так земли мало. И так здесь болото. Вообще здесь весь берег болота. Вообще нельзя трогать. Наоборот, надо засыпать. О, мокро. Потому что подводные эти... С этой стороны я сажусь. С этой стороны. О, перекопали как, а? Ужас. Месиво. Когда это утрамбуется? Хм. Пипец. Всем привет. А все-таки... У мамы разрослась она, вон как. А? Красиво. Ну. Холодрыга. Ой, персик. Ой, персик. Васька, иди сюда. Выходи давай. Ну давай. Ты что, не можешь, что ли? А? Ты что, вылезти не можешь? А как я тебя?
Тебе, мне надо тебя схватить. Иди сюда. Шуп, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Давай за шиворот тебя возьму. Иди сюда. Вылазь. 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 Все, 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 вылазь. Вылазь, вылазь, все. Вылазь. Вот так вот. Блин, здесь какие-то штучки. Все, пошли. И вообще у тебя клещ, что ли, на этом? Ну-ка. Ну-ка, иди сюда. На морде у тебя клещ. Подожди. Где-то я у тебя клещ видела. Сейчас я, подожди. Вот, вытащила клеща у него. Надо его сжечь. Сжечь его. Вот приносит он. А что ты делаешь? А у него одна без мяса, а вторая будет с мясом. А это что? Мясо? Ну вот мясо. Я вот сюда положу. А мясо-то что, надо же вареное варить? А им можно и жареную. Ну ты пожарь, а зачем ты ее туда ложишь сейчас? А я порезала, чтобы пожарить. А, ты пожаришь, а потом туда. Ты это что, кому делаешь? Мне тоже? Ну, я не знаю, зачем я два сделала. Думала, что мне только на одно хватит. А мне хватило на целых два. Да, ну вот тогда я тебя поем тоже. Вкусняшку вашу. Ну. Так-то я не очень там знаю, как правильно жарить. Поэтому... Баба, ты умеешь жарить? Жарить? Нет, не умею я. Я же ничего не умею. Ну, я только это... С большой поварёшкой могу сидеть. С ложкой. А баба не повар. Зато я почти повар. Да, вот правильно. Учись, будешь потом бабу кормить. Вкусно. Ну... Ну вот. Ну, я знаю, как готовить печень. Печень? А-а-а. Папа учил. Папа? Просто мясо я не знаю. Mm-hmm. Знаешь, что папа говорил, что приготовить мясо, самое главное, это там, масло. Ну и можно любые приправы. Mm-hmm. Понятно. Ну-ка, что там деда делает, дай сниму их. А дедушка там что-то. Называется солдатик. Там маленький. Да? А баба... Это не так. Баба спит, что ли? Ага, спит она. Надо на медленном огне. Конечно. А ты на медленный огонь поставила? И мясо тоже. На тройку. На тройку. Что здесь? И мясо, и колбаса, да? Нет, это нет. Только колбаса. Тут колбаса, там только мясо. А, здесь колбасой, а там с мясом. А здесь мясо. А здесь мясом она сделала. А, ну все понятно. Я просто делала уже такое. Да? Это надо. Да. Это зачем? Туда насыпать. Да. Не надо куки. Этот. На тройку поставила нормально? На тройку? Или да. На четверку? На четверку поставь. Ставь на четверку. Регулировать на четверку, пятерку. На пятерку убирать. На четверку. Я у Васьки это клеща вытащила.
Сожгла, вон там на тарелочке, это, на веранде лежит клещ. Ну что твой котенок бегает уже? И потихоньку играется. Андрей такой дверь открывает и хочет выпустить. Я говорю, еще рано выпускать ему. Нечего. Тем более грязь везде. Ну, что ему сейчас там делать? Угу. Так вот. Погода еще влияет. Спят они вдвоем. Ну. Когда нам тоже спать хочется. Угу. Я дедушка разбудил, когда я спала. А не, этот как его, тот вкуснее. Тот вкуснее. А мне понравилось. Да? И дедушке понравилось. Я не могу просто... Ну да, здесь вкус банана чувствуется. Вот здесь вкус банана чувствуется. А и там запах... чисто какао чувствуется. Да. Просто какао, да, только с ней тут. Ну, если вам нравится со вкусами всякими, ну, нормально. Надо вот так руками и потом закрутить. Я уже ем. Ее вот. Мясо. Вкусно. Так вот. Она мясной любит. С мясом. А я вон с колбасой ем. Она любит колбаса и мясо. Угу. Приехала к Майе. Ой. Ой, сейчас мокрая буду. Ой. Ну-ка у нее. Что? Еще рано есть крыжовник? Наверное, рано еще есть. А, то, гадость такая. А. Так, а где у нее сливы? А что, в этом году слив не будет, что ли? Были же сливы. Нету слив. Надо же. Сливы ищу. А? Сливы? Это вообще-то груша. Фу, блин, грушу ищу. А вот одна нашла. Вот одна. Есть одна, единственная. Слива, говорю, груша. Все, что ли? Все? Одна единственная груша? Она одна. Муравьи съели. Блин. Вот сволочи муравьи. Слопали такую вкусняшку. Вкусняшку. Здесь у нее что-то посажено. Ой. Так, ладно, надо отсюда уйти. Болото. Ой. Ой. Банька у вас? Вот этот пиончик. Вот пиончик у Майи. Большой кустик. А вот это вот с юга. Ага. С юга. Ну. Ой, ладно, зайду. Всем привет. Остановилась здесь я на Кенджи.
рыбачили. Вон. Рыбачили. Кинжа. Приехала в Богородск по делам. Еще купила бензин для Майи. Им машину заправить надо. Угу. Вот. 60 литров купила им. Ага. У нас же булави же не работает после грозы. АТС, короче, что-то там сгорело у них. Угу. Ну и вот. Не работает. Собачка была привязанная. Хозяина ждала. Или хозяйку. Ну, собачка. Ну и вот, ага. О, еще рыбак. И бензина нету в деревне. Ну вот, купила им. Все. Ничего не снимала там, а в Огородске. Все. Еду домой обратно. Домой. Вот. Где там? Богородское. Угу. Ладно, что, поехала я дальше. Поехала я дальше. Короче, домой поехала. Айте, какой прыгает, как. Айте. Отпустили его. Радостный. Оба. А, в воду сейчас за палочкой. Братья наши меньшие. Айте, красавец, красавец. Ох ты, молодец, умничка. Ну ладно, все, поехала я. Как у мамы красиво зацвел. А что это у нее? Саранка, что ли, появилась? Как эта саранка появилась? Ну, что у мамы саранка? Ох, какая лилия у мамы, сильно как разошлась, а, лилия. Какая обалденная лилия будет у нее. Ой, я такой хочу. Только не знаю, какой у мамы здесь цвет. Вот это, да? Красота. Ой, какое. Какая лепота, красота. А запах-то какой стоит, обалденный. Вон муравьи.
собирают. Ай, вы что это все уселися? А, обалдеть, как пахнет. Ой, муравьи, как сколько здесь атаковали. Надо же. Атаковали. Маме надо сказать, что муравьи у нее. Вот, а это что у нее? Ёшка. Юга. Ёшка, говорит. Гортензия мамина. Ага. Юка. А, новые побеги дает. Она перемерзла, бедненькая эта. Черноплодная рябина. Угу. А вон. Ой. Короче, провалишься здесь. Красота какая будет у мамы. Скоро расцветет. Расцветет. Тоже какой-то. Ха, саранка. Это саранка. Как она попала? Ну. Вот. Ладно, зайду я. Ну, нажимай на домик. Видишь, домик нарисованный. Ничего, нажимай. А? Нажимай. Это мое секси-джиксо. Один раз нажала, и все, мама. А? Один раз нажала, и все. Я держу. Зачем держать? А. Мама, какого вонючка ее, смотри. Видишь, мама, зачем держать? Ты что? Кнопку нажала один раз и выпустила. Сейчас, подожди. Ой. Вот, видишь, ростиком? Вот сюда тебе надо. Все? Все. Все, поняла? Ну. А ты...